Усадьба Волконских – один из самых знаменитых иркутских памятников. Была перевезена в областной центр из села Урик. В разные периоды здесь размещались ремесленная школа, квартировали казачьи полки. До 70-х годов 20 века это был жилой дом с коммунальными квартирами. Потом здание отдали под дом-музей Волконских. И сейчас оно среди первых претендентов на то, чтобы стать главным туристическим брендом области. Музей посещает ежегодно около 30 тысяч туристов. Летом большей частью это туристы из-за рубежа. Конечно, их привлекает город, но главная цель, с которой они едут сюда в Сибирь, это Байкал. И отправляясь на Байкал, они не могут миновать Иркутск. Поэтому в Иркутске мы можем с полной уверенностью сказать, что визитной карточкой является музей декабристов и, в общем и целом, деревянное зодчество нашего города. Одно плохо. От многих таких визитных карточек давно осталось одно пепелище. Конкуренцию памятникам деревянного зодчества вправе называться брендом номер один является Байкал. Байкал, он известен. В принципе, есть сюда определенная категория туристов, которые приезжают. С каждым годом поток туристов растет. Вот за последние 5 лет, если брать статистику, то поток туристов увеличился порядка 80%. Вот. И в этом году тенденция роста туристического потока, она сохраняется. Мы где-то ожидаем 10-15% общего турпотока. Третий бренд – это дары прибайкальской тайги, а также продукция местных производителей. В ноябре более 20 компаний из Иркутской области вошли в рейтинг 100 лучших товаров России. У нас очень много предприятий, которые участвуют в данном конкурсе более 10 лет. Есть предприятие, это Ангарская нефтехимическая компания, которая получила у нас знак «Лидер качества». Это только те предприятия, которые более 10 лет участвуют в этом конкурсе. И таких предприятий на территории России, увы, совсем немного. Это гордость нашего регионального конкурса, гордость Иркутской области. За основу может быть взят опыт других российских городов. Казань – столица Универсиады 2013 и город красных автобусов. Развитая инфраструктура – 1,5 миллиона туристов в год. Владивосток – свободный порт и русский Сан-Франциско – город мостов. 500 тысяч туристов в год. Нельзя зацикливаться отдельно либо на истории, либо на городе, да, то есть либо на каких-то вариантах, которые связаны с Байкалом, да, то есть как допустим, туризм, да, то есть необходимо думать над созданием консолидированного бренда, который будет включать в себя целый комплекс вещей, да, то есть здесь, соответственно, следует использовать и возможности создание единого дизайна, да, то есть, на мой взгляд. Эксперты считают, если у Иркутской области будет бренд, это поможет привлечь не только туристов, но и инвесторов. Галина Тернева, Павел Марков, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.